الدرس الواحد والثلاثون كريستي بيرفي أوروب. بسم الله الرحمن الرحيم. التفكر في مخلوقات الله وبيان سوء فهم الوهابية. размышление о созданиях Аллаха и представление неверного понятия у ваххабистов. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وبعد. Хвала Аллаху Господу всех миров, прошу особой величии и честь и благословения в адрес нашего господина Мухаммада и приветствуем его, а также в адрес его семейства и благочестивых сахабов, сподвижников и пророка. Затем, التفكر في خلق الله واجب حتى يستدل بذلك على وجود الله وقدرته وأنه أزلي أبدي. Размышлять о том, что создано Аллахом, обязательно. Именно ради того, чтобы получать доказательства о существовании Аллаха и о том, что Аллах всемогущ, и о том, что Он вечен без начала, вечен без конца. Значит, мы обязаны именно думать и размышлять, когда мы смотрим на себя, на окружение, то это доказывает о том, что Аллах есть. И Аллах отличается от нас. التفكر في المخلوق لمعرفة هذا واجب. Значит, размышлять и думать о созданных ради того, чтобы знать о том, что Аллах есть и вечен, и отличается от его создания, это размышление обязательное. أي بهذا القدر للوصول إلى الدليل على وجود الله وأنه أزلي وأنه لا يشبه شيئا. То есть размышлять таким образом для того, чтобы добраться до доказательства о существовании Аллаха и о том, что Он вечен без начала, вечен без конца, и о том, что Он не похож ни на что и ни на кого. Нет ничего подобного Ему. لأن من عرف أن العالم متغير يعرف أن له مغيرا ويعرف أن مغيره لا يتغير. Именно потому, что когда человек в размышлении понимает и знает о том, что вся эта вселенная, весь этот мир изменяется, и можно представить его изменение, то понимаем о том, что есть такой, который изменяет его, меняет его. И понимает о том, что тот, который меняет его, он сам не меняется. هذا فائدة التفكر في الخلق. Вот это какие пользы мы получаем, когда мы размышляем и думаем о том, что создано Аллахом. أما التفكر في ذات الله فممنوع. لأن الذي يبحث عن ذات الله ليتصوره لا يصل إلا إلى التشبيه. А именно размышлять и думать о сущности Аллаха, то это запрещено. Почему? Потому что в результате этого человек дойдет до какого-либо представления или воображения. И в результате, значит, уподобляет Аллаху Тубарака ва Тааля. А Аллах не похож ни на что и ни на кого. Мы сами созданы, наши мышления и размышления созданы. Если что-то не в движении, то могу представить, что в покое. Если что-то не светлый, то могу понимать о том, что он темный. Если что-то не имеет такой образ, то могу представить, что имеет другой образ. Если такой не тяжелый, значит и мягкий, или легкий. Если это не кислый, то сладкий, или не горький, и так далее. Это наше мышление. Поэтому, кто хочет думать о сущности Аллаха и размышлять об этом, то в результате что может получать? Или думать о том, что Бога нет, или думать о том, что у Бога есть подобие. То это и это запрещено. لذلك الله تعالى منعنا من التفكر في ذاته وأمرنا بالتفكر في مخلوقاته. Именно поэтому Аллах запретил нам именно размышлять и думать
о сущности Аллаха. И Аллах повелел, чтобы мы размышляли и думали о Его созданиях. من جملة ذلك أن الإنسان يعرف أنه وجد بعد أن كان غير موجود ويفهم من هذا أنه لا بد له من موجد أوجده وأن هذا الموجد الذي أوجده ليس حادثا بل أزلي وجوده ليس له بداية. Значит, среди тех вопросов, которые мы должны знать или человек должен знать, о том, что он существовал после того, как его не было. Это разумеется. И не надо доказать. И отсюда следует понимать о том, что обязательно есть тот, который дал ему бытие. Дал ему существовать после небытия. И о том, что тот, который дал ему существовать, он не происходящий. Он не возникший. А он вечен. Нет начала для его существования. Потому что, когда я размышляю и понимаю о том, что я существовал после небытия, то есть я имею начало. А тот, который дал мне это существование, отличается от меня. Я имею начало, значит, он не имеет начала. Я имею объект и имею объем, он не имеет объем. Он отличается от меня. هذا يقال له استدلال على وجود الله وقدمه وأبديته وتنزهه عن مشابهة خلقه. Вот это является выводом или заключением о существовании Аллаха и о том, что Он вечен без начала, вечен без конца и о том, что Он чист от любого подобия, не похож на Его создание. لأنه عندما يعرف أن نفسه وهذا العالم كله تتغير الأحوال فيه يعرف أن هذه الأشياء لا بد أن يكون لها موجد أوجدها وأن من أوجدها لا يشبهها بوجه من الوجوه. Именно потому что когда он сам знает о себе, что он возник, появился после того, как его не было, и о том, что весь этот мир, который вокруг него меняется и бывают разные ситуации и положения и состояния в этом мире, то понимаете, в результате всего этого о том, что обязательно есть тот, который дал это изменение и дал этот мир существовать. И о том, что тот, который дал нам и этому миру существовать, он не похож ни в ком и ни в чем. Абсолютно. هؤلاء الوهابية حرموا هذا التفكر وقالوا الله جسد قاعد على العرش له أعضاء فكفروا بخالقهم ما عرفوا خالقهم. Вот эти ваххабисты, они лишены такое мышление. Аллах не дал им. И говорили об Аллахе, что это тело или это плод утвердился над Аль-Аршем, имеет органы. И в результате, конечно, они далеки от курса Ахли Суннати валь Джамаа, они далеки от ислама. Именно потому, что они отрицали своего создателя. Они не поверили в их создателя. Почему? Потому что его не знали. Они думали о том, что Бог где-то есть, и они поклонялись этому, то, что они представили. Но раз они представили, то они Бога не знали. А кому они поклонялись? Не Аллаху. تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. هذا كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ليس حديثا نبويا لكن معناه يؤخذ من القرآن في سورة الأعراف أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. هذه الآية تدل على أن التفكر في ملكوت السماوات والأرض مطلوب مهم. Размышляйте и думайте о созданиях Аллаха, и ни в коем случае не думайте о сущности Аллаха. Данная речь – это речь Абдуллаха ибн Аббас, двоюродного брата пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И это не хадис.
не пророческий хадис, но его значение взято с Корана. В сурате Аль-Араф сказано Аллахом: «Авалам янзуру фи малакути ас-самавати валь-ард». Речь идет о том, чтобы они размышляли и думали о том, что есть создано Аллахом, как и есть небеса, и то, что есть на небесах, и что есть на земле, и об этой земле. «Вама халак Аллаху мин шай» и всякое, что создал Аллах. Пусть человек думает и размышляет. Это в Коране сказано. Поэтому Абдулла ибн Аббас сказал: «Размышляйтесь и думайте о созданиях Аллаха, но не размышляйтесь и думайте о сущности Аллаха». О сущности. Данный аят доказывает о том, что такое размышление о том, что есть на небесах и на земле, это требуется, и это важный вопрос. فَالْوَهَبِيَّةُ مَا عَرَفُوا الْخَالِقَ مِنَ الْمَخْلُوقِ بَلِ اللَّهُ عِنْدَهُمْ جِسْمٌ وَالْبَشَرُ جِسْمٌ وَالْعَرْشُ جِسْمٌ وَالضَّوْءُ جِسْمٌ لَطِيفٌ وَالظَّلَامُ وَالرُّوحُ كُلُّ هَؤُلَاءِ بَعْضٌ جِسْمٌ لَطِيفٌ وَبَعْضٌ كَسِيفٌ. То ваххабисты, они не знали Создателя и не отличали его от созданного. Они думали о том, что Аллах – это какой-то объект, какое-то тело, какой-то объем. Как и думать насчет человека, что это тело, и аль-арш, потолок рая – это тело, и свет – это тело, неосязаемый, и тьма, и дух, и всякие другие – это тоже такие тела. Бывает, что тела осязаемые или неосязаемые. جعل الله كالبشر جسما له نصفان نصف أعلى ونصف أسفل حتى اعتقدوا أنه جالس على العرش. Они думали об Аллахе, как и думают о человеке, что человек бывает, что он сидит, и думали об Аллахе, что он тоже сидит. Таким образом получается, что якобы у Аллаха есть две части: верхняя и нижняя, как и бывает это у человека. И в результате они думали о том, что Аллах сидит над Аль-Аршем. «Алладзи яджлусу лаху нисфан, нисфун а'ля ва нисфун асфаль. Джа'алу Аллаха мисла халкихи, ма арафу л-халика минал махлук. Ва маа хадал джахли л-фазиъ, язуннуна аннахум хуму л-муслимуна ва анна гайрахум минал куффар». Они думали о том, что раз Аллах сидит на Аль-Арше, то Аллах похож на его создание. Но они говорят, это тело, но не как остальные тела. Но это все равно тело, это значит объект, это значит структура. Поэтому нельзя говорить о том, что Аллах это тело, и говорит потом, он не как остальные. Разве Аль-Арш это тело или нет? Тело. Но отличается от остальных. Он один, единственный, который он является потолком рая и самый грандиозный. Носители Аль-Арша. Эти грандиозные ангелы, но они тоже не похожи на остальных. Но есть подобие между ними. То они говорили об Аллахе, что он сидит над Аль-Аршем, то есть имейте две части, верхней и нижней. Они уподобляли Аллаха его созданием. Они таким образом не знали Аллаха и не отличали его от созданного. И несмотря на это невежество, глубокое невежество, они думают о себе, что именно они мусульмане, а остальные одни неверные. كانت تكفي هذه الآية في سورة الشورى لتنزيه الله عن مشابهة كل شيء ليس كمثله شيء. لكن من أقفل الله قلبه يمر عليها من غير أن يفهم معناها. أما من فتح الله قلبه يفهم منها أن الله ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا ولا هو من الصفات التي يتصف بها الحجم الكثيف والحجم اللطيف لأن كلمة شيء يدخل تحتها الحجم اللطيف والحجم الكثيف وصفات الحجم اللطيف والحجم الكثيف. Достаточно было понимать такой аят Корана ليس كمثله شيء سورة الشورى. И для того, чтобы понимать о том, что абсолютно Аллах не похож на его создание. Ни в ком и ни в чем. Абсолютно. Но кому Аллах не открыл его сердце, то данный человек не понимает
то, что они произносят. А кому Аллах даровал идти по пути истины и спасения, то есть открыть его сердце, то он понимает сказанное. О том, что Аллах – это не какой-либо объем, осязаемый или неосязаемый. И о том, что Аллах – это не какое-то качество, которое бывает у какого-либо объема, осязаемого или неосязаемого. Бывает такое качество, что темное, светлое, яркое. Это бывает в объектах. Аллах не такой. Как некоторые говорят, Аллах – это любовь. А любовь – это качество. Бывает у человека, бывает у некоторых. То нельзя говорить, Аллах – это любовь. Любовь – это качество, бывает у объекта. И Аллах – это не объект, осязаемый или неосязаемый. Как, например, дух – это неосязаемый объект. Свет – это неосязаемый объект. Мы не можем держать его так, ловить и держать его руками. Но это объект, имеет объем. Аллах не похож на его создание, несмотря на то, что это объекты, осязаемые или неосязаемые, или эти качества, которые бывают у объектов.